Состоялось первое заседание комиссии по информационной политике, социальным коммуникациям и местному самоуправлению Общественной палаты городского округа Люберцы. На совещании обсуждались вопросы о закреплении за членами комиссии направлений по общественной деятельности, а также планы работ до конца текущего года и подготовка графика приема населения. В начале заседания члены комиссии обсудили вопросы, относящиеся в общем и целом к роли в обществе деятельности комиссии по информационной политике и социальным коммуникациям Общественной палаты городского округа Люберцы. Социальная коммуникация. Ну, социальная коммуникация – это чуть шире, чем информационная, ну, в моем понимании. Она включает как бы все. И местное самоуправление. Вот. То есть у меня вот предложение как бы распределить как. Ну, учитывая то, что... Николай Львович, вы работаете в ЛДЖТ и как бы связано с населением через различные формы. Екатерина Тегтярева отметила, что будет курировать мероприятия, которые планирует провести Роскомнадзор на территории городского округа Люберцы, и продолжит заниматься организационными вопросами. Затем члены комиссии рассмотрели графики приема населения. Самоуправлению какой-то круглый стол провести. Вот взаимоотношения управляющих компаний, там, с ТОСами, с инициативными группами, с людьми. Все равно мы будем участвовать, и вас будут привлекать к управдому. Также члены комиссии обсудили план-график предстоящей работы до конца 2017 года. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.